уезжаем из Бирмы. Сидим в аэропорту Янгон. Я готова плакать. Потому что, я думаю, другой такой страны в Азии нет. Вот представьте себе, купила сейчас пиццу. Андрей говорит, а что, может, подогреем? Он говорит, ну давай, скажи. Отдаем пиццу подогреть. Что-то минута проходит, ее нам несут. Две проходят, несут. Вот в таких вот тарелочках пластиковых, нарезанные на кусочки. Вилочку принесли. Это магазин. То есть абсолютно необычное представление о том, как нужно с людьми общаться, о сервисе. Это вот дружелюбие, внимание, вежливость, это просто вот необычайно. Мой друг сказал, что он слышал, как будто бы и в Таиланде было подобное, но 30 лет назад. Вот здесь осталось. Конечно, очень хочется вернуться еще сюда, на тот пляж шикарный, оказаться снова среди этих людей, которые такие приятные. В общем, чуть ли не плачу. Всем привет из Бирмы.